Что болит, расскажите, пожалуйста. Ну, вот здесь болит поясница. Вот здесь шея. И вот тут ниже тоже болит триггер. Вот тут где-то. Либо железо снять, либо ремень. Нам нужно будет добраться до крестца. Верхнюю пуговичку растяните, ширинечку тоже. Угу. Ложитесь, пожалуйста, голова, животики, лапки. Так, посмотрите. За шею. Спина, когда палит, куда отдает? Вправо, влево, головку на бок положить. Скорее сюда. Сюда, да? Да, больше туда. Угу. Да, вас прием. И руки под лобик. Ложите. Угу. Под лобок чуть-чуть, ага. Угу. 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 Все, руки вдоль. Тулуище, голова на мак. Все, попировал. Можно? Да, вы чуть потерпеть. Хорошо? Терпеть чуть-чуть ножки это. Можно чуть-чуть пустить ее? Можно. Потом опять на этот уровень поднимем. Хорош. Угу. Терпеть. Так. Вдох, выдох. Глубже. Еще глубже. Через рот. Вдох, выдох. Еще раз, глубже. Сейчас потерпи чуть-чуть. Вдох. Вдох. Выдох. Еще раз. Вдох. Выдох и задержать. Еще вдох. Выдох. Еще раз вдох. Выдох и задержать. Полотенце дайте, пожалуйста. Сейчас вдох. Выдох резко. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. До конца. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Не знаю, как я себя чувствую. Как самочувствие? Хорошо. Голова не кружится? Немножко. Ничего, потерпи. Ничего, потерпи. Так. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще раз вдох, выдох. Вдох, выдох. До конца. Вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох,
Вдох. Выдох. Еще раз вдох. Вот так, хорошо. Как себя чувствую? Хорошо. Еще чуть-чуть потерпим. С этой стороны. Вдох, выдох. Давай чуть-чуть еще раз потерпим. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Как самочувствие? Этого... Как самочувствие? Хорошо. Хорошо. Сейчас потерпим чуть-чуть. Сейчас будем позвоночник по чуть-чуть поставим его на место. Есть у вас проблемки? Поясничный, грудной отдел, шейный отдел. Терпим. Еще потерпи чуть-чуть. Еще потерпим. Да, да, сейчас будет током пробивать. Ничего страшного, так должно быть. Еще потерпи чуть-чуть. Чуть еще потерпим. Терпи, сейчас чуть-чуть теперь. Как самочувствие? Хорошо. Терпимо? Угу. Нос еще потрогали, голова на них. Потому что мы начинаем мерзнуть. Это я сидя буду делать шею. Сейчас я натяжку просвету.
Терпи, потерпи чуть-чуть. Как самочувствие? Хорошо. Терпимо. Ну, мягенький болит. Так, теперь. Это что? Мягче. Больше нельзя. Если ты делаешь вакуум, то можно. У тебя сейчас не вакуум вообще совершенно. Вообще не вакуум, даже близко. Не пытайся сильно. Не в силе дело, в технике. Опять сильно. Угу. Не забудь варик под ноги. Да-да. Полотенце у нас. Сейчас мы с тобой скайфуемся, шейку потом сидим. Приемов надо? Ну, в идеале приемов 5 через небольшой промежуток времени, это через 2-3 дня пройти, а потом где-то полгода будет перерыв. Каждый по возможности приходите и делать. Раз в полгода на профилактику. Профилактику. Кверх ногами на зацепах можно? Вверх ногами на зацепах. Ты видел фильм, как мужчина по вызову? Ага, он там, сел там, да. пока... Он пресс качал. Да, пока рыбками не лобанулся. Оттуда, да, вы же знаете, говорите? Так, это, расслабься. Расслабься, и получаю пока удовольствие. Ну, правило тоже есть. Там тоже можно тебе сейчас. Там цепляются крючки за ноги. Так, не разговаривайте. Как он висел там, пока хозяин не явился. На крючках? Да. Он же потом аквариум с рыбками разбил. Это первая часть. Ну и я на руках еще висит. Чтобы не для рук зацепа. А компрессия одна на себе. Тут у него еще осталось. Но здесь это сидя посмотрим. Так, ручки как удобно. Под лоб, если положи под лоб. Да, без лоб. Давай, угу, хорошо. Сейчас. Мы любим много масла, поэтому мы используем много масла. Да. Для чего вам это показывать? Почему не рассказывать ничего по-германски? За это время уже, да, у меня усилился русский, да. Понятно, должен сказать, да. Две или три недельки, да? Ну, да. Две недели. Да, и вот так вот. Ну, все-таки 25 лет здесь, да? Поэтому они чуть-чуть. Так, уходим со временем. Что-то мы это. Мы же не можем до утра массировать. Нет. Я все как положено делаю по времени тоже.
Я даже быстрее сделал. Так, переворачиваемся на спинку. Ничего страшного. Надо тут еще смещение грудных клеток сделать. Сколиоз, смещение грудных клеток. Сейчас вас согреют. Сейчас согреются. Еще раз. А долго их хотим, палец снимай и колени. Можно долго не ходить. Тоже поучаствовать. Долго остаешься. То мне холодно. Мне два надо поучаствовать. Ну, возьму второго. Это я не знаю. Алексей. Наблюдатель. Поезд ушел, билеты проданы. Я уже был сегодня. Не надо, я хочу. Я же ничего не делал. Не, ну надо же. Подвигаться тоже. Сейчас дергаю ножку. Давай чуть-чуть повыше. Все так хорошо. Сейчас дергаю ногу, расслабься. Выдержки. Не привыкли. Ну, почему? Потому что это магия, а когда вы вступил, то и тут будет. Не. Да. Но домашний лимон должен сказать. Очень важно. Лежи, не двигайся, расслабься. Понятно? Расслабься. Везде должна быть дисциплина. Вот уже в дозировке. Давай лапку. Да. Вот так вот. Я уже переживал. Не подтянет. Сейчас зубки сцепить. Ши газ. Тяжелее двигайся. Расслабься. Расслабься. Не двигайся. Расслабиться. Спать. Поднимаемся, садимся. Лапки сюда спускаем. Голова не крушится? Нет, чуть-чуть. Хорошо. Сиди сейчас. Ложку чуть наклоните. Потерпеть чуть-чуть. Глазки зажмурить, зубки сцепить. Крути шею, пробуй. Право, влево. Поворачиваем. Как по кругу. Ну уже не щелкает. По кругу. Вот так. Раз, так. Не щелкает, как дальше. Нормально. Нормально? Голова не кружится? Вот тут чуть-чуть есть. Чуть-чуть. Вот такая. Чуть-чуть. Плани. Как освободить там? Проверим здесь, да? Еще и терпи. Это зубки сцепить. Ну что, сейчас? Нормально? Угу. Тогда не прыгая, поднимаемся, пробуем сейчас. Значит. Все. Ко мне лицом. Ножки на ширину плеч. До одной лапки посередине, до другой лапки. Так.
Значит, ручки сцепляем. Чуть ноги пошире, можно поставить, только что смотри, дверь не зацепить. Ага. И я резкий поворот направо, на, с головой вместе и налево. Раз, вот. И вот. Теперь ножки поближе. 10 раз приседания, слушаем крестец и колени. Не спеша. Не спеша. Нет. Да, ну, достаточно, да, если... Все хорошо. Теперь, значит, руками, ногами крути, как... Посмотри, где у тебя какие проблемы были. Посмотри, есть ли сейчас что-то там осталось или нет. Ничего не осталось. Поясница вообще не болит. Здесь тоже не болит. Mm. Отлично. Оно как будто все размягло. Продолжаем уничтожать. Присаживаемся. Здравствуйте. Расслабиться, глазки закрыть. Слева у вас немножко напряжено. Чуть-чуть. Дай Бог здоровья, можете одеваться. Спасибо. Правку закончил.